Но выглядит, по крайней мере, здорово. Ну, у нас чтоб бензина хватило. Че, может не хватить? Да, мой друг помог. Это очень сложно. Во время, когда нет никого из людей на улице, они ходят и рисуют метки на крышах домов для самолетов. Они ультрафиолетом видны, и людям платят деньги, ну, вот этим заемным чувакам, которые рисуют их. Вот, поэтому... А так крыши не увидно. Да, все серьезно. Как ты становишься автоматом там, БТР? Поэтому те автоматы, которые там раздали, это для того, чтобы народ пострелял и полег. Вот и все. Просто для видимости. Ну, сопротивляются. Хотя... Че, we will go beach or back home? Beach. Beach? Yeah. Что за большущее дерево? О, сейчас контент снимем, братан. Здорово. Здорово. Садись, милега. Садись, бро. Садись. Сапки сад. Все, Сань, давай там я на заправку. Давай, садись. Сразу все так зашевелило, зашуршало. Хорошая энергетика здесь. Братан, bro, it's good energy here. I think we can make here a hole. Йосип. А посветите кто-нибудь, Ванёк? Средак. Куда? А вот на вот эти пометки. Что это значит? О. Братский. О. Че? And in your head. Hey, my friend, we want to put some more leaves. No. We want to finish this and change place with with special place for camp. Yeah, dropped bird. Че сам говоришь? Yeah, you can eat. I want to try. Yeah. Как на вкус? Дай попробовать. Nice. Дай попробовать. It's nice? Yes. А что это такое вообще? Это кешью. Кешью. Груша кешью. А, груша. Да. По вкусу как груша? Вкус как груша. Как старфрут, maybe, да? А. Пробовал старфрут? Это нечто... Вообще, оно больше на варенье идет. Вот он такое. Она прям не идет. Да, я сейчас сделаю. Но он такая, типа, соль. Я пробовал, мне кажется. А, есть, она есть сочная. Бомбе, есть, и все. Да. И потом такая мякоть остается. Сухая. Да. Дай попробовать. Но она какая-то мягкая. Видимо, долго полежала. Да, лежала я. Тиховатенькая такая должна. Она как вино. Вот, поэтому как бы считается, что этот день лучше не спать, короче, чтобы ничего не пришло, мне какая-то хуйня не влезла. А еще по традиции можно увидеть Шиву. А что понюхать если надо? Если звезда. Если звезду увидишь одну на небе, а там охуенно. Представляешь, вы там на кастинге всех при... What do you feeling? Gift. Gift from the universe. Можно вниз поставить, может быть, чтобы она вот точно стояла. Чайная церемония. Картошка. Это на потом, да? Пуджа? Как, собачки? Рахан, it's for Пуджа? Я, еще Пуджа, да. А что делаешь, расскажи? Что делаю? Да.
Просто вот смотри, отклеиваю наклеечку с апельсином. Не, вот это все. А, ну типа шиваратри, и мы тусим, и чтобы все красивенько и празднично. Шиваратри. А, you speak English, sorry. What's your name? Rohan. Young Abel. Rohan? Yeah, Rohan. Okay, I'm Maria. Maria, hi Maria. Yes. For Shivaratri, bro. Puja. Yeah, for Shivaratri. Yeah, so what about Shambho? Shambho. Om Shankar, Hari Om Nama Parvate Pate, Har Har Mahadev. Ли были лиманы и демонизация ртути и все это вместе. В общем, братский. Это просто лежит на полке до своего часа. Давно это уже было бы у людей, если бы не грязное производство. Ему. Как ты сделал? Рады, рады. Реки Мари. Говно опять упало. Что там Саня затеял? Саня, что мучишь там? Палатка пати. Он просто знает, где на него точно не насрут. В который раз. Знаешь, сколько мы в эту палатку уже проехали и переночевали? Быть добру. В Индии брали? Че, палатку эту? Да, я не помню, где мы ее добыли. А, мы ее в Эшу взяли, во. What you feeling? It's Hindi? Yes, Hindi. Tacha. Сделай еще один фильтр. Что происходит, братан? What's happened there? Веником шуршать. Не в попад вообще. Я не понял, если честно, вначале. Что он хотел вообще сделать. А потом он начинает петь, но не вот так, как сейчас. А без ритма, просто как что. И веником шуршит, и оно все в разнобой. И ты думаешь, да какого хрена? Я должен терпеть. Потом я начал замечать свет, который попадает в. Это Сиварги, это Сиварги. Ой, матенька Украина, ой, матенька Украина. Відпусти, 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 відпусти. Пусть поет поток. Ой, матенька.
улицы, кто не пришел. Стих толзны пришел. Очи твои. Это еще так тонуло на дно Украины, и детей моих милых, и в лесах повадился выбора и снега. Залежною стати чистою, стати вільною. Україно, ми з вами, Україна. Україна, ми з вами. Аж до перемоги. Слава! Що стояли і стоятимуть і досі йдуть со спеклою всіх не штовхнути. Ой, військо святе, і летітимуть пулі від них. Ой, Україна, Санек, доброе утро. Привет, Никитус. Как тебе тут спалось? Отлично, великолепно. Смотри, под каким деревом мы спали великолепным. Голова болела. Вон Ванька. А вот у меня голова не болела, я спал довольно неплохо. Особенно все 17... Особенно позавчера. Как Рахану было. Рахан, how it was? It was awesome. Day in Goa, first day. Yeah, first night. All music, mad artists like yeah. My guitar player sleeping. this guitar. This guitar. How is this tree? How is this tree? Magical. Чего
At night different view. At morning reality. Смотри, ветки повсюду. Повсюду одно дерево. Братский, смотри в камеру. О, привет. Тебя не видно. Братский, тебя не видно. Ой. Где ты? Нифига ты куда уж забрался. Братский, я иду к тебе. Нифига ты куда залез? Сейчас я к тебе дойду. Братский. Есть. Yeah. The desire. Never stop. What I feel. You feel it? Never stop. To stay on top. My desire to never stop. You feel me? Apko, you feel it? Yeah, young Abel, I'm unstoppable. Капец тут высота. It's too much. From here it's not. No way. Вон наша палатка. Вверху не балава. Дом Бивали. Ты чем, йогой занимаешься? Намасте. Привет. Чем занимаешься? Ты зачем? Ништяк. А мы тут ночь провели. What is this? Каджу. Кяуа? Каджу. Каджу. Вот оно. О, ама. Что оно? Ама, конечно, да. Оно это что, это кешью? Да, это кешью. Все, я могу это потреблять? Да. Сейчас будем пробовать кажу. Вяжет рот. Кишью есть не надо. Рот вяжет. А, чай. Аминь, да? Да, thank you. You will eat or you will make some... Каджу. Фрукт от кешью. Кстати, как тебе вкус? Это есть фрукт от кешью? Да, но как тебе вкус? На что похоже? Мне рот вяжет слишком. На хурму. На хурму, говорит. Хурма. Хурма в Индии, в вашей студии. О, баба, не вон. Вон Санек палатку разбирает. Ну да, собственно, очередной ночлег. Иди. Прошел прекрасно, несмотря на то, что мне не пришлось использовать какую-либо пенку или подстилку. То есть все наши
Все наши циновочки были сегодня у костра. Поэтому я спал просто вот в голой палатке. И выспался. И выспался, да, прекрасно. Потому что я себя с вечера чувствовал неважно. А сейчас я встал, все хорошо. Отдохнул, приободрился. Желудка лишняя, так сказать, избавился. Не знаю, потому что там лишнего было. Но он же танец этого обезьянки. Смотрите, вот такой. Вот, кстати, как выглядит дерево с диапазона 20 метров. А куда? Смотри, нас сколько. Давай, давай. Давай, ладно. Мы, потому что принцессы. А чё? Пока. Пока. Вон какой непростой спуск будет. Главное, ко мне там. Чувствуется. Давай вот здесь купим водичку. Интересная улочка. Куда мы едем, Ванёк? Что за пляж? Я не знаю. Как называется, не знаешь? Не знаю, Арамбольский вроде. Ха-ха, Арамбольский. А такой есть? Один, да, на местность? А, они уже здесь. Ого. Сейчас посмотрим, наконец, что такое море в Индии. Я никогда этого не видел. Где я там был? На Алибаге только. И в Ченнаи. Вот здесь море чистое. Да? Ванёк, расскажи, как море здесь? Ну, вообще, я бы не сказал, что здесь супер какое-то чистое море. Вот, потому что в прибрежной зоне, потому что поднимается вот эта вся пыль, муть. Поэтому в прибрежной зоне как бы вода слегка коричневая, подальше она прям хорошая. Хочешь мне показать? Сейчас замутим. Правда, у меня трусов нету, я придется в этих штанах плавать. Фу, сейчас замутим. Вообще кайфуют. С камерой не пойду, наверное, или пойду. Да, деньги забыл выложить. Looking nice. Вон та кафешка, где мы кушали. Ого!